Ну, я думаю, что сегодня в Рубине так почти все получилось, только что они забили голи, что выиграют. А так очень хорошая игра, ну, где-то и судья помогал сопернику, где-то и мы не забили свои моменты. И так получилось, ну, просто как сегодня, как и с моими коллегами из Краснодара разговаривали, они говорят, давно так никто не выигрывал так по игре. Насколько сильно вообще сказалась на команде поездка в Ливерпуль, то есть ноги не тяжелыми были? Ну, конечно, усталость была, но просто мы знаем, что в какое положение мы находимся в чемпионате, так что только победа нас сегодня хотели, но не получилось. Очень тяжелые игры остались до конца и надеюсь, что как-то побыстрее вернемся к победе в ход. А что с партнерином, знаете? Ну, сейчас ждем его, наверное, в больнице уже, не знаю. Ну, наверное, перелом. Рубин ожидал, что игра получится столь открытой со стороны обеих команд, особенно во втором тайме. Практически качели были после перерыва. Ну, мы играли и наши игры, в которые тренируемся давно, и сейчас уже получается, уже и комбинации, и вообще очень хорошо владеем мячом. Просто не забиваем свои моменты. Ваша роль на поле изменилась при новом тренере? Вы исполняете те же функции? Нет, той же самой функции, как бы и при Саяриче. Насколько вообще сильно изменился тренировочный процесс и вообще задача игроков на поле? Когда... Ну, изменился. Много изменился. Как и у Чали, и у Саярича вообще разницы. Каждый тренер есть свои видения футбола, так что каждый есть свои методы. И это хотеть добиваться нас на поле. Ну, вам чей ближе? Вам чей ближе? Ну, мои футболисты, наша работа, что приспособились ко всем. Влада, скажите, что случилось в конце между Карденизом и... Я не видел, честно. Спасибо большое. Спасибо.